Звенит звонок, зовет на урок. 1 сентября – волнительный день для всех ребят, их учителей и, конечно, для тех, кто сегодня впервые перешагнул порог школы. В Щелковском районе в День знаний более 2500 мальчишек и девчонок впервые сядут за парты. Во всех школах прошли праздничные линейки. Так для 125 первоклассников распахнула свои двери Щелковская средняя школа номер 1. Впереди столько всего неизвестного, того, что еще предстоит узнать за чудесные школьные годы. Но одно известно наверняка – это новый жизненный этап. Для меня это большой праздник, когда дети все приходят в школу и поздравляют учителя с 1 сентября. Очень рада, что пришли дети, очень много детей. Со всей округи идут. Идут даже те, которые не живут вблизи школы, но тем не менее стараются попасть в нашу школу. Очень приятно. Да, приходят, говорят, что такой замечательный, молодой, красивый, теплый коллектив. Стоит отметить, новый учебный год школа встречает обновленная. За подготовительный период учреждение заметно преобразилось. Были проведены капитальные косметические ремонты некоторых залов и помещений. Обновились 16 классов, коридоры, столовая. И вот в торжественной атмосфере школа вновь открывает свои двери. Глава района Алексей Валов называет Щелковскую школу номер 1 своей подшефной. И уже по традиции приезжает сюда в День знаний на линейку. Создается такое впечатление, что первая школа не только внутренне обустраивается, но и по количеству деток, если взять 2 года назад было 320 детей, то сегодня уже 615 детей, 5 первых классов, 125 деточек идет в эту школу. И мы понимаем, что этот процесс будет только увеличиваться. Всего же в Щелковском районе в новом учебном году в школу пошли более 22 тысяч ребят, порядка 800 из которых – 11-классники. С 1 сентября вот мы начнем уже готовиться к экзаменам, ЕГЭ. Это очень сложно для нас всех. Это последний год, к сожалению, в школе. Вот вообще нам очень всем грустно, потому что это наш последний 1 сентября в школе. В следующем году мы уже поступим в университет или в колледж, кто куда, и разойдемся. А вот так День знаний встречает Щелковская школа номер 12 имени Чкалова. Здесь порог учреждения в этом году переступили 142 первоклассника. Я хочу, чтобы меня научили английскому языку. Я хочу, чтобы я всему радовалась. Приходила домой, говорила маме, что я узнала все новое. Хочу похвалить школу и всяких учителей за то, что они меня научат правильно все делать. Я хочу, чтобы я научился плавать, читать английский, и чтобы меня тут научили писать. 1 сентября. Море цветов, улыбки и радость в глазах. Особая атмосфера. На праздничной линейке выступили победители и призеры олимпиад школьников, спортсмены, юнормейцы. Нескольким ребятам вручили дипломы именной стипендии губернатора Московской области за успехи в учебе. Более 22 тысяч детей идут сегодня в школы Щелковского района. И поэтому, конечно, для нас это праздник. Было сделано очень многое летом. Мы подготовили учреждение образования для того, чтобы детям здесь было уютно, для того, чтобы педагоги могли, самое главное, давать им знания и развивать в них, знаете, тягу к тому, чтобы учиться. И, конечно, после праздничной линейки проходят классные часы, настрой на новый учебный год, а первоклассники впервые знакомятся со школой, которая не случайно зовется вторым домом. Анна Балиет, Наталья Медведева, Сергей Василевский, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».